Шеф-повар Максим Григорьев. Кисель из крыжовника. Кисель – блюдо, простое в приготовлении, но вкусное и полезное, поэтому многие мамы готовят его для детей. Приготовить кисель можно из любых ягод и фруктов, а также из их смеси. Время приготовления – 15 минут. Ингредиенты. Вода – 1 литр. Крахмал картофельный – 2 столовые ложки. Крыжовник – 250 грамм. Сахар – 5 столовых ложек. Шаг 1. Для работы нам понадобится крыжовник, сахар, вода, картофельный крахмал. Шаг 2. 250 грамм крыжовника хорошо промыть. Оставшийся крыжовник можно заморозить в морозилке. Шаг 3. Соединить крыжовник и 800 мл воды. Довести до кипения и проварить 3-4 минуты. Шаг 4. Протереть содержимое кастрюли через мелкое металлическое сито. Отжимки выбросить, а отвар соединить с сахаром, 5 столовых ложек, и довести до кипения. Шаг 5. Соединить остальную воду, 200 мл, с картофельным крахмалом 2 столовые ложки и тонкой струйкой ввести в кипящий отвар. Довести до кипения и проварить, помешивая, 30 секунд. Снять с огня. Шаг 6. Кисель из крыжовника готов. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.